уютно, в других не очень. Обои, диваны, помню как-то смутно, как и себя, впрочем, дни и ночи. То длиннее, то короче жизнь точит, а мы рассеянные, непрочные. Кто-нибудь задаст вопрос судьбе, когда и как мы придем к себе домой. Где дышаться, глядеться, но все дороги, как коды и ребус, по ним не ходят трамваи и троллейбус. И ведь те, кто за рулем, не зная где твой дом, приходится идти пешком. Подарить, если по-настоящему любить. И после всех этих скитаний и метаний я понимаю, что бежал от самого себя, что заблудился в коридорах хмурых зданий, а дом был всегда внутри меня.
свобода и нежность. Мы все еще бежим